Всем привет! Выходные уже близко. Самое время задуматься, как их лучше всего провести. О программе, подготовленной в Самаре, расскажу прямо сейчас. В Самаре пройдут бесплатные концерты Грушинского фестиваля бардовской песни. Сегодня вечером Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды» в окружном доме офицеров. В воскресенье там же выступит народный артист России Олег Митяев с программой «Лето – это маленькая жизнь». Также 4 июля начнется заключительный гала-концерт фестиваля. Самару Ильдара Рязанова приглашают посмотреть на пешеходные экскурсии в эту субботу. Как «Волга» повлияла на судьбу Ильдара Рязанова? Почему семья мамы и режиссера переехала в Самару? Как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты? В субботу художественный музей представляет проект «Лето с импрессионистами». Это цикл мастер-классов и лекций, рассказывающих об одном из крупнейших и самых влиятельных течений в искусстве. Организаторы приглашают почувствовать себя в роли настоящего художника-импрессиониста. В музее Алабина открылась выставка «Открытые фонды. Мебель. Эпоха». Посетителей ждет знакомство с предметным дизайном 19-20 веков. Арт-деко и модерн, сундуки и раковины, стулья и кресла, мебель известных жителей города, стул пивовара фон Бакана, столы красного командира Фрунзе. Впервые покинут музейные фонды кресла Валериана Куйбышева и скамейка Алексея Толстого. Выставка продлится до 8 августа. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!